Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Ford Mustang. Ремонт кузова. Машину привезли уже разобранной и без двигателя. Она была разобрана владельцем. Устанавливаю машину на стапель, снимая ненужные детали для работы. А спонсор этого видео – Srotas 24. Здесь можно купить детали на многие машины. Вводим название машины и выбираем детали. Также здесь много деталей и на другие модели. Выбор большой, 15 миллионов БУ и новых деталей. Доставка по всему миру. Ссылка в описании. Ну чё, я готов начать. Буду равнять лонжероны. Начну с правого. Он меньше поврежден. Итак, правый лонжерон сделан. Теперь начинаю колдовать над левым лонжероном. Thank you.
левый лонжерон тоже сделан. Теперь покрашу лонжероны. Лонжероны покрашены и обработаны мовилем. Установлю все детали переда. Итак, с передом я закончил. И под конец надо отравнять заднее крыло. Сначала вытягиваю. С вытяжкой я закончил, теперь работа со споттером. Крыло подправил, устанавливаю фонарь и бампер. Моя работа с этой машиной закончена. Отдаю машину владельцу. На эту работу ушло 44 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!